Люберцы отпраздновали свой 398-й день рождения. Торжественные мероприятия развернулись на 5 площадках округа. Праздничный концерт прошел на главной площади. Для зрителей выступили лучшие артисты. С важной датой жителей поздравили почетные гости. Подробнее в нашем сюжете. «Славься, Россия! Славьтесь, люберцы!» – под таким девизом отпраздновали День города. Празднование прошло с небывалым размахом. Соскучившись по массовым мероприятиям в период пандемии, жители с удовольствием поздравляли любимый город с памятной датой. Желаем вам всего хорошего! Чтобы он процветал еще больше, чтобы все было прекрасно, и такие масштабные мероприятия проходили чаще. Чтобы побольше детских площадок, чтобы побольше всяких было интересных конкурсов. Люди вот так собирались, чтобы веселье было. Пожелать крепкого здоровья, счастья и процветания нашему Люберецкому району. Желаю нашему любимому городу счастья. Праздник пришелся по душе и юным жителям округа, и представителям старшего поколения. Для всех день рождения города стал значимым событием. Понравился. Мы из Совет ветеранов. Нас народу очень было много. Мы очень любим этот город. И этот праздник для нас обязательный. Отличным настроением зрители заряжали творческие коллективы, песни, танцы, акробатические номера. Все это было на главной сцене «Люберец». Поздравления передал люберчанам губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава Владимир Ружицкий отметил особые достижения округа за последний год. Дорогие друзья, я искренне желаю всем добра, благополучия, здоровья. Будьте счастливы, берегите себя, берегите близких. Потому что у Люберец замечательное будущее, опираясь на таких жителей, как у нас в Люберцах проживают. Поэтому, друзья мои, нашему Люберецкому краю слава, а городу Люберцы ура! С праздником! Для трех жителей Люберец этот день города стал особенным. Звание почетного гражданина городского округа получили Мамед Азизов, Андрей Шестаков и Елизавета Терешкина. На протяжении многих лет каждый из них вносит весомый вклад в развитие муниципалитета. Сейчас это сверхответственность, я думаю. Знаете, я пока даже еще не осознала, что это такое быть. Я думаю, что это очень что-то ответственное. В моем понимании. Я пользуюсь случаем, хочу поздравить всех наших жителей с Днем города. Всем здоровья, мира и добра. И процветания. Я в Люберцах уже больше 50 лет. Я вижу становление города, становление района. Поэтому, вы знаете, идет город вперед. Знаковым стал этот день и для режиссера Люберецкого дворца культуры, руководителя театра «Люберецкая оперетта» Александра Чайки. В торжественной обстановке кристальный голос округа получил звание заслуженного артиста Московской области. Кульминацией праздника стало летное шоу вертолетов России. Виртуозные маневры продемонстрировали лучшие модели. Новейший Ми-28НМ под названием «Ночной охотник» и легендарный Ми-17 – самый массовый вертолет в мире. Его эксплуатируют более 50 стран мира для выполнения как мирных, так и военных задач. Праздничные мероприятия длились до позднего вечера. В завершении торжества на главной площадке и во всех поселениях прогремел праздничный салют. Луиза Егиазарян, Анна Слайковская, Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ.